Ну что, ребят, я вас всех приветствую. Всем здравствуйте, всем здравствуйте. Мы проходим Биошок с вами, начинаем проходить, и честно, вы же видите, продолжить, да, вот. Я когда-то до этого, до... Когда? Не знаю, когда. Ну, короче, до этого проходил, пытался пройти этот Биошок, остановился на моменте. Я там начало маленько чуть-чуть прошел, посмотрел, что за игра, вот, и потом просто удалил. То есть я полностью игру не проходил, даже половину. Просто чуть-чуть начало прошел. Вот, продолжить, потому что, ну, я пытался снимать эту игру сейчас. И, блин, или не сейчас, ну, пытался снимать эту игру, и то окно не захватилось, уже что-то еще, то что-то еще. Поэтому попробуем еще раз снять ее. Вот. Биошок, кстати, очень прикольная игра, графонистая довольно-таки, как по мне. Ну, я думаю, те, кто проходил ее, ну, типа, знают это, и... Графонистая, интересная довольно-таки. Ну, по крайней мере, про начало, да? Вот, с атмосферкой игра. Вот, но на самом деле игра, если сравнить ее с Dead Space, тем же, который мы уже проходили, там... Там ссылка в описании на плейлист, в котором, ну, мы уже прошли эту игру. Очень прикольная игра по сюжету, там и отзыв оставил свой даже. Вот. Вот. И если сравнить с Dead Space тем же, то Dead Space будет по графонисти. Вот. Поэтому, надеюсь, вам зайдет эта игра. Если зайдет, то мы ее пройдем полностью. Если нет, то тогда я пройду сам. Без съемки. Вот, поэтому, Саша, поудобнее. Наливайте чайку, кофейку, пледик накидывайте. Занимайте удобное для вас положение. Приятного просмотра, если нет настроения. Надеюсь, вам оно поднимет. Оно поднимет. Что оно? Не знаю. Короче, надеюсь, вам поднимет настроение данной серии, да. Хотя она... Или следующая даже. Или, если не поняла эта серия вам настроение, посмотрите Dead Space. Там есть над чем угарнуть. Все. Приятного просмотра. А мы начинаем. О, привет! Итак, новая игра. Вот я думаю, что выбрать, какой, что выбрать? Выбрать средний, чтобы на почилить, да, ну, чтобы с кайфом чисто пройти эту игру, либо же сложный, да, чтобы именно были смешные моменты. Я вот, конечно же, не знаю. Там нужны испытания, опытный игрок в шутеры. Я бы выбрал сложный. Давайте выберем средний с вами. Почему бы нет? Просто чтобы эта игра зашла с кайфом. Потому что, вы знаете, я все игры прохожу на максимальной сложности. Но эту игру именно я хочу получить впечатление от сюжета, от атмосферы, от всего. 1960 год. Мид-Атлантик. Северная Атлантика. Вроде как. Они сказали: сынок, ты не такой, как все. Ты рожден для подвига. Как ни странно, они были правы. Биошок. Прикольно сделано, прикольно. Выплывай! Это кроссовок, нихуя себе. Сумочка, жерель, что там еще? Не жерель, а, блядь, что это? Ебать. Жесть. Давай, выплывай, дядя! Давай. О, красавчик. Чё ты сможешь вниз? Так, повернись. А, тебе мышка тоже делать. Да, неловко. Вот. Почему я говорю, что графонисти будет доспеть? Потому что, видите, вот огонь такой, седа. Ну, ладно, огонь еще нормально, окей. Не спорю. Огонь еще нормально. Ой, ёпта, не доплыву.
Вот это прикольно, кстати, сделано, да? Капельки вот на экране, это вообще пиздато сделано, очень классно. Дядя, не надо так. Ай-яй-яй. Как я понимаю, это хоррор, да? Такой инди-хоррор или что? Что? Ничего, ты что? Тоже ничего. Ну ладно. Вот. Сама башня прикольно сделана. Даже очень. Прям приколдесно. Вот. Сейчас я вам покажу, почему я считаю, что Dead Space будет по графонисти для своих лет, чем эта игра. Смотрите на двери. Видите? Текстуры 2D-шные. Хотя можно было бы сделать 3D-шные. Ну, ладно, к этому не будем придираться. Не будем придираться. Блять! Нахуй выпусти меня, сука. Ни богов, ни королей. Только человек. Бля, вот это, кстати, криповая херня. Ну, блин, вот это тоже прикольно, видите, прикольно сделано. Но вот эту R тоже можно было бы сделать, знаете, по графонисти. Да, он сделан чуть-чуть в 3D, но, блин, можно было бы сделать по графонисти. Сами текстуры тоже можно было бы сделать по графонисти. Ты же сказал, что не будешь придираться. Зачем ты придираешься? А? Ты же сказал, что не будешь придираться. Графики. А, извините. Высказывание Эндрю Райна. In one in what country is there a place for people like me? Что за люди, которые не любят меня? Или есть ли люди, которые любят меня? Чё-то типа того. Ладно, let's go. Налево, направо. Ну, знаем, кто налево пойдет. Да, мы идем направо, как настоящие мужики с вами. А, ну здесь без разницы, ну ладно. Ну ладно. Так, здесь картина. Искусство. Искусство. Угу, понятно. Что, блядь? Промышленность. Пизда там. Спасибо. Наука. Угу. Музычка. Видите, атмосфера своя есть тоже. Let's go. Десятый этаж, что? Фэнтомс. Я не знаю, что такое Фэнтомс. Фэнтомс вроде этаж. Ладно, похуй. Рыбки здесь плавают. Кот-то убрал. Покажи. Я Эндрю Райан. И я пришел, чтобы спросить у вас. Разве не имеет права человек на то, что зарабатывает в поте лица своего? Нет, говорят нам в Вашингтоне, все принадлежит бедным. Нет, говорят в Ватикане, все принадлежит Богу. Нет, говорят в Москве, это принадлежит всем. Я отверг эти ответы. Вместо них я выбрал нечто иное. Я выбрал невозможное. Я выбрал восторг. Нифига себе. Йоу, прикольно, прикольно. Город, где художник не боится цензора, где великое не ограничено малым. Просто представьте, что говорит ханжеская мораль. Просто представьте, блин, когда она вышла, как люди офигели от этой графики. Вообще жесть. Тоже. Ну, атмосферненько, атмосферненько. Ну-ка, чел что-то делает. Сейчас бы под водой, блядь, это варить. Была мисс. Ай, пошел. Адский огонь. Похоже, там самолет разбился. Мы посреди Атлантики. Как могло? Не знаю. Лучше убирайся оттуда, живее. Мутанты на подходе. Шутишь? Откуда тебе знать, что кто-то сюда идет? Потому что спускается батисфера. Значит, у нас скоро будут гости. Какие-то красные баночки. Нормально. Что? Добавить соль? Осуждаю, осуждаю, блядь. Осуждаем это! Там сахар был. Кофе, сахар или чай, ну, можно добавить, чтобы сладенько было, знаете. Добро пожаловать в восторг. Добро пожаловать. Еще минутку. Батисфера, батисфера поднимается. Джонни, тут повсюду включились сирены. Давай быстрее.
Я не хотел мешать. Ты кто, блядь? Не трогайте меня. Ты кто? Отпустите меня. Ой, ты кто? Оставьте себе мое оружие. Чё херня? Неужели новенький? Иди отсюда. Не ори, иди отсюда! Ты чё? Бля. Успокойся, иди отсюда лучше. И покушай другого чего-нибудь. Покушай он, не знаю, кофе. Что ты делаешь? Всем что ли? Чё ты смотришь? Я отсюда. Не мог бы ты взять коротковолновую рацию? Нет, но возьму. Уж не знаю, как ты уцелел в авиакатастрофе, но я вообще не любитель задавать вопросы провидению. Я Атлас, и моя задача — сохранить тебя в живых. Ты видишь, что она сделала? С капсулой. Нам надо перебраться. Или не капсулой. Видишь, что она сделала? Как я обратно-то вернусь, а? Это что? Нам надо выманить ее из укрытия. Но для этого ты должен мне довериться. Конечно, да. Давай сейчас скажу, разделимся. Обязательно. Если вас убил обитатель Восторга, вы будете воскрешены целым и невредимым последним видеокамере, которую вы посетили. У вас будет восстановлено некоторое количество здоровья и, по крайней мере, чуть-чуть Евы. Видеокамеры работают автоматически. Нет необходимости использовать или активировать их. Тут еще это есть. Карт. Чёсь. Станция Батисфера. О, можно что-нибудь взять? Нельзя? Жалко. Ладно. Чё? Мы не ваша собственность. Мы не прижим Райану. Конец всему, мы всплываем. Восток. Мёртв. Отстань. Внимание всем. Батисферам. Перемещения запрещены. Хватит прыгать. Ещё уйду отсюда. Опа, видала? А ты так умеешь? А я так умею. Видала? А? Ты от меня не достанешь. Эй, кого я обманул, блядь? Что здесь? Мы не прожим Райану. Зря вы пришли, блядь, что ли? Чё? Мы не прожим Райану? Да. Будь любезен, не поищешь ли лом или что-то в этом роде? Эти проклятые мутанты заперли Джонни, прежде чем... Черт бы их побрал. Ну все, нашел. Иди сюда. Ты че дерешься-то, блядь? А, отсосал все. Дядечка, блядь, отсосал все. До свидания, блядь. Говорит. Ну, похаваем. Сразу лут нашли. Хаваем. Пока дают. Это что? Пролин двери. Опа, хаваем. А здесь что? Уйди отсюда. Маркер. Типа город. О, сюда. А где? Бля, что, больше ничего нету? Ясно. Зажмотили. Ясно. Плазмиды. Что? Опа! А здесь? Сюда. Опа! Сюда. Давай. Я так понимаю, главный герой вообще покер, да? Чё? Осуждаем.
Твой генетический код сейчас переписывается. Так что стой смирно, и все будет хорошо. Да уж. У этой рыбки такой вид, словно ей только что отдавили хвостик. Интересно, у него еще осталось хоть немного адама? Слышишь? Пошли! Да ты просто слабак! Эта рыбка даже не достойна того, чтобы скормить ее большому папочке. Кто такой? И всегда таким был. С железным папочкой тебе будет не лучше, рыбешка. Да уж. Это большая папочка? Это большая папочка? Да. Уж. Смотри, мистер Бабди. Я вижу свет из его живота. Погоди, он еще дышит. Все хорошо, он скоро станет ангелом. Ничего не понятно, ну ладно. Ты в порядке, парень? Когда принимаешь плазмиды в первый раз, это сшибает с ног. Но зато теперь самое время лезть в драку, да? Нет. Что он тут делает? Действительно, очень похавать есть? А дальше? А, нам дальше не дают, да, пройти? Ну, понятно. Ну, все с вами ясно. Что дальше? О, смотри, вода налегализовывается. Не знаю, что если я оттуда стану, что будет? Ладно, все надо. Опа. А, понятно. Мутанты, удвой усилия. Сперва режь, затем дави. Удар на раз-два. Помни, удар на раз-два. Я не... Контейнер, ничего нет. Что, что, что здесь было? Ничего нет. Это камера. Ну, типа чекпоинт, так понимаю. Это просто чекпоинт обычно. Что с тобой стало? Ой, я нечаянно извини. Блин. Извини, извини. Блять, не то взял. Может, тебя можно как-то восстановить? Ну, вставай. Ну все, за котейку вам капец, ребятки. Мутанты. Или нельзя, что ли? Понятно. Может, ничего нигде нету? Опа, смотри. Нет! Смейся! Надо мной! Че? Не суди меня! Здорово. А че ты стоял? Передайте Райну, что мне... Ой! Я ее так и нашел! Ну вот я вот это проходил чуть-чуть. Лифт на ремонт. Вода что-то идет. Англос гул.
возможно... Я знаю, сейчас ты, должно быть, чувствуешь себя самым несчастным человеком на свете, но ты моя единственная надежда на то, чтобы вновь увидеть жену и ребенка. Отправляйся в дары Нептуна. Найди там мою семью. Умоляю. Некому будет спеть тебе эту песенку. Так что... Мамочка ушла. И папочка тоже. Погоди. Это уже все было, а не... Почему тебя нет? Почему это все сегодня, а не тогда, когда ты был таким теплым? Ты же тот, с кем мы разговариваем, нет? Почему мамочка не может прижать тебя к груди и почувствовать твои зубки? О, нет, 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 нет! Плазмиды все изменили. Они уничтожали наш разум и наше тело. Мы не могли с этим справиться. Лучшие друзья убивали друг друга, младенцев душили в колыбели. Весь город взбесился. Жесть. Я в шоке, мужик. Тут непонятно, что твоя тут табличка висит. Тут это непонятно. Ну ладно, разберемся. Я могу обратно поехать? А, вот так, да, значит? Ну ладно, let's go. Бал Маскарад 1959. Коктейль-бар. Бал Маскарад. Да уж. На этот раз ты и правда попала, Бренда. Я же не дурак в конце. Делай, что захочу. Это мой Адам. Хочешь по-плохому? Или лучше по-хорошему? Я могу и так, и так. Открой эту чертову дверь! В последний раз предупреждаю. Давай, 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 давай. Бам, нахуй. Все, что ли? Ну-ну-ну-ну. Че мне так нахера делать? Нахера чел чуть-чуть. Чё? А еще больше. Блин, аптеки не просто так лежат, мне нужны аптеки. А как посмотреть свой этот рюкзак? Как посмотреть свой этот? Никак. Бля, ну аптека тут не просто так лежит, то возьми. Ясно. Все, стоп, понятно. Ладно. Опа, я же говорю. Как всегда.
Как же я удивилась. Выпью-ка я еще за Диану Маклинток. Самую глупую девушку в восторге. Настолько глупую, чтобы влюбиться в Эндрю Райана. Настолько глупую, чтобы... Что? Что такое? У меня кровь! Боже! Что это? Руки прочь от нее, монстр! Я вся такая клейная. Никто меня теперь не захочет. Жесть. Да уж. Так, ну здесь вроде больше ничего, пошли там посмотрим. Аккуратнее с этим. Эй, Бренда, ты не хочешь мне объяснить, почему у тебя вот уже 3 недели в стене упорная дыра, как от метеорита? Нет, я, конечно, не Шекспир, но все-таки пытаюсь руководить приличным театром. Ко мне приезжают из порта Нептуна, хотят немного развлечься, а тут эта вонь у тебя из грибной ямы. Наведи порядок. Ну прикольно, да, тему можно использовать крановую. Прикольно. Приколдесно. Все, здесь вроде ничего нет. Осторожно. И будь любезен, опусти оружие на секунду. Думаешь, там ребенок? Не обманывай себя. Она теперь одна из сестричек. Кто-то пришел и превратил очаровательную малышку в чудовище. То, что ты считал добром и злом там, на поверхности, здесь, в восторге, не имеет никакого смысла. Эти сестрички – носительницы Адама, генетического материала, на котором держится все в восторге. Все его желают. Всем он необходим. Жесть. Шум с глазами, что они красные? Мама, смотри, побежал. Что-то на красные глаза. Вот сюда я дошел, вроде как, может чуть дальше даже. Я туда дальше начал проходить и удалил игру. Вот. Давайте начать, думаю, ребят. Давайте мы тут остановимся. Самое интересное ставим на следующую серию. Посмотрим, зайдет вам игра или нет. Всем вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилась такая коротенькая серия. Вот. В принципе, все. Все ссылки есть в описании. Ну вот, можете в Телегу записаться. Там есть инсайды такие хорошенькие прям. Вот, без рекламы, без всего. Вот. Вот, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Давайте.